Здорово, ублюдки! Я сегодня такая красивая, хочу вам поведать о том, как я сходила на концерт. Не про инвертор. 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 Дичь. Всю их жизнь слежу за инвертором. Кринжово, блядь. Мне жалко, ребят. К сожалению, придется очень нервно закуривать и быть просто лишь посмешищем. Ильюха Санников тоже, он же не зря там в инверторе играет. Где играет? Ну, в инверторе. Мои глаза! Почему же инвертор — легендарная группа? Брейк на брейке, мясо на мясе, блехи, охи. Интересно, оригинально и свежо. И достаточно качественно. Готовьте свои кости, сейчас будет инвертор, нахуй, мы сейчас всех переберем. Они там все друг друга посылают, шлют. Я хочу свою группу, чтобы меня так же посылали. Ребята же характеризуют свой стиль как стрит-метал. Я кайфую из-за того, что это вот чистый уличный метал, как они себя и называют. Тяжелейший звук. Стильный кринж. Я немножко в восторге. Что они творят, грязищу? Вот вы знали, как можно танцевать под стрит-метал? Они начали друг друга убивать. Блин, и я бы так с кайфом разъебался под их треки. Это круто. That bass sound is sick. This whole thing is sick, dude. Yeah. I love all of what's going on right here. Чувство абсолютной эйфории. Я очень сильно люблю инвертор, просто кайфую. Я обожаю вокалиста. Текста Кирилла. Можете посмотреть текста песен. И снова мы здесь, полный пиздец, снова всем пизда. Вокалист этой группы избранный, да. Наваливают. Точно, я должен побывать на инверторе. Я советую ходить на концерт группы инвертора. Все в этой цепи, вы все сады вместе, порогами.